Наградили лучших шагистов. В Сургуте вручили награды ученикам, которые отличились на всероссийских конкурсах. Это соревнования юных исследователей и Всероссийская олимпиада школьников. Кроме того, на основном форуме «Шаг в будущее», подающие большие надежды сургутяне, привезли 12 побед в области инженерной, естественно-научной и социально-гуманитарных наук. Конкуренцию нашим ребятам составили более 800 человек со всей России. Почувствовать, отметить, ну и послушать вас, потому что именно в таком применении, как вот наука, техника, производство, будем так говорить, это те вещи, которые очень практичны, которые вам пригодятся в дальнейшем, когда вы будете в своей профессии, будете уже эти знания применять на своих рабочих местах. Награды за свои труды получили 24 школьника. 9 сургутян заняли призовые места на соревновании юных исследователей «Шаг в будущее юниор». Школьников отметили и специальными наградами. Это одна большая научная медаль, 3 малых, 7 дипломов за лучшую и одно свидетельство за оригинальную работу в области наук. 9 человек стали кандидатами на включение в состав национальной делегации. Еще 10 учеников получили рекомендации на участие в школе-семинаре «Академия юных». Мы гордимся тем, что каждый год таких побед становится больше, и это значит, что мы создаем правильные, нужные, важные условия для того, чтобы вам, юным сургутянам, не просто сегодня было интересно жить и работать в родном городе, а чтобы вы дальше творили это будущее. Потому что многие исследовательские ваши работы, что очень радует, направлены на то, как менять наш город, что нужно в нем усовершенствовать, как сохранить экологию.